Друзья, добрый день. Сегодня с вами на связи вновь компания Киберкар Урал. И мы вещаем из города Екатеринбурга. Наш адрес — улица Ветеринарная, дом 9D. Друзья, сегодня в работе у нас великолепный автомобиль Lexus LX450 дизель. Что мы с ним будем делать? Точнее, что уже сейчас делаем и чем дооснащаем? Прежде всего, это наша Android-система. Второй момент – это радар-детектор. Третий, получается, мы ставим сюда подогреватель Webasto. Четвертое, у нас установлено, будет устанавливаться сигнализация. Не буду говорить, какая, пусть это будет секретом. Мы будем наносить, и уже часть нанесена, пленки Hexis Body Fence, защитное покрытие, после чего будем машину заводить под керамику, систему OptiCode Pro Plus. Ну и, соответственно, также все внутренние элементы автомобиля, будь то черный пластик, будь то хром внешний, будь то кожа, либо полиуретановые какие-либо там вставки, плюс ковры, будем покрывать также защитными средствами. Мы сделаем еще обвес данного автомобиля специальным стайлингом хром защитным. Итак, на данный автомобиль установили подогреватель Webasto. Автомобиль дизельный, непосредственно клиент у нас приехал с севера, с северной части региона Урфо, соответственно, морозы достаточно серьезные там, вплоть до 55 градусов было прошлой зимой. Это очень важно и очень, не очень тепло, я вам скажу, друзья. Поэтому без данного девайса, конечно, жить в таких условиях, ну, не очень приятно, да. Он, естественно, просто жизненно необходим данному автомобилю. Соответственно, мы его поставили. Далее можете увидеть здесь вот часть элемента. Естественно, будет монтироваться финально, когда будем ставить бампер. Это непосредственно водопровод от омывайки, точнее омывайки камеры. Далее также мы будем выносить в переднюю часть автомобиля радар-детектор, который будет позволять определять камеры, будет программироваться на определенную скорость и также по всевозможным параметрам город-трасса. Пройдемте чуть подальше, покажу вам защитное покрытие. Здесь на данный момент нанесена пленка Hexis Body Fence 180 микрон. То есть позволяет прежде всего защитить автомобиль от механических воздействий, таких как камни, песок, грязь, ну и также, наверное, каких-то конкретных физических воздействий, будь то удар легкий, будь то царапина, ну вот что-то наподобие. Мы защищали крылья, то есть переднюю часть автомобиля — это крылья, бампер, капот, передние стойки, часть крыши, ну и, соответственно, зеркала с местами, как раз таки, где открываются ручки. В принципе, весь автомобиль, точно так же, как и пленка, будет покрываться защитным слоем керамики. Соответственно, будем покрывать данный автомобиль системой Pro Plus. Данная система имеет очень большой и важный момент. Мы даем на нее 7 лет гарантии. Вы получаете что? Непревзойденное качество. Далее вы получаете абсолютно бесплатное обслуживание в течение 7 лет, как минимум раз в квартал. Помимо, как уже сказал, покрытия самого металла, будет покрываться пленка Hexis Body Fence. Для чего мы это делаем? Вроде бы и многие могут задать вопрос: ребята, так здесь уже есть броня, зачем вы второй раз еще одну защиту на броню делаете? Делаем это для того, чтобы пленку защитить от химического воздействия, это прежде всего. Это соль, это химия всевозможная, это наши по факту климатические условия, которые есть. И пленка не будет у вас желтеть, тускнеть, мутнеть. Ну, соответственно, будет оставаться такой же, как есть. По факту, практически она будет невидима и неотличима от остальных частей автомобиля. Задняя часть автомобиля затонирована. Тонировали пленкой Люмар. Ну, собственно, наверное, это не какое-то вау-вау новшество, но мы делаем это качественно, делаем с помощью специально обученных тонировщиков, которые делают без заломов и пластика, без заломов пленки. В общем, не нарушают целостность той, которая была с завода. Дооснащали данный автомобиль также мы омывайкой камеры заднего хода, соответственно, тоже очень нужный девайс. Чтобы не ходить и постоянно не протирать пальцем, либо тряпочкой эту камеру, достаточно сейчас включить омыватель заднего стекла, и у вас автоматически почистится еще и камера. На данный момент разобран у нас часть торпеды, потому что производится монтаж, производится монтаж сигнализации, производится монтаж андроида. Ну, соответственно, андроид мы уже сделали, протестировали, все работает отлично. То есть компания Киберкар специализируется на дооснащении штатной мультимедийной системы и расширяет ее возможности до полноценного андроида, до полноценного планшета. Соответственно, в данном автомобиле ранее была штатная система, была штатная навигация. Ну, как вы все знаете, штатная навигация, она
я не знаю еще автомобилей, у кого была классная штат-навигация. Будь то Porsche, то есть будь то VAG-группа, будь то Toyota, будь то любой другой производитель. Соответственно, лучше Яндекса и Navitel, я думаю, наверное, еще не придумали. По крайней мере, в России не придумали. Как раз таки наша система Android позволяет пользоваться штатной головой, штатным монитором, на котором вы будете, будет отображаться полноценный Android-планшет. То бишь это Яндекс, это Navitel, это любые абсолютно приложения, которые вы можете скачать с Google Market. Любые приложения, то бишь почта, YouTube, онлайн-просмотр, любые видеоролики и так далее. На чем я еще хотел заострить внимание, здесь данный клиент пожелал дополнительно ему поставить еще видеорегистратор. Видеорегистратор, напомню, двухканальный, снимает перед и зад автомобиля, то есть переднюю, что происходит спереди автомобиля и что происходит на задней части. Оснащается двумя небольшими камерами, как вы видите, еще мы их не зафиксировали, это делается уже финально, когда мы автомобиль будем сдавать по согласованию с клиентом, чтобы ему ничего не мешало. Миниатюрные камеры, отличное качество, естественно, очень высокое, разрешение хорошее у регистратора, то есть, ну, как все говорят, Full HD. Клиент, как уже сказал, с севера, и у них в основном покрытие это песок, бетонка. Бетонка и песок, он попросил нас дополнительно, вот любит он эстетический вид автомобиля, что он был, сохранялся на том уровне, который вышел, только машина выехала с конвейера. Поэтому дополнительно мы ему будем покрывать диски колесные специальным защитным лаком, специальным защитным средством от сколов, от выгорания, от выцветания. Даже я вам скажу, что они будут обладать дополнительным гидрофобным эффектом и отталкивать грязь. Это тоже немаловажно, и человек не будет беспокоиться, что у него что-то там налипло или просело. Вкратце рассказал, после покажу вам уже автомобиль, когда мы дооснастим и что у нас получилось в целом. Друзья, всем добрый день. Сегодня с вами вновь компания Кибер-кар Урал, и мы находимся в нашем установочном центре. Сегодня мы, значит, наносим защиту от компании OptiPolymer Technology, естественно, вот OptiCode Pro Plus. Автомобиль Lexus 450D. Нанесение идет в несколько частей, в несколько этапов. Сначала идет подготовительный слой, очень аккуратная полировочка, легкая. Далее уже наносятся специальные вещества. Соответственно, также покажу вам, что еще будем делать. То есть на металл мы наносим, как уже сказал, ну в данный момент на капоте пластик, броня. То есть мы наносим и на броню, и на весь, все остальные металлические. То есть на всю краску мы наносим OptiCode Pro Plus, собственно, керамику. На элементы из хрома мы наносим специальное вещество, которое будет защищать элементы из хрома. Обрабатываем детали из пластика, из пластмасса, из глянцевого пластмасса и также из матового пластика. А работы, которые мы будем проводить, будет проводить компания, как уже говорил, естественно, Кибер-кар, но подразделение детейлинг. Кибер-кар детейлинг есть на Урале, соответственно, обращайтесь. Будем обрабатывать уже в автомобиле непосредственно ковровое покрытие. Могу вам показать, кстати. Пройдемте. Внутри автомобиля будем обрабатывать, как уже говорил, все элементы из пластика, которые есть. Это матовый пластик, это глянцевый пластик. Соответственно, нашими защитными средствами. Далее, элементы из металла, то бишь матовый хром. Я его так называю, конечно, матовый хром. Это обрабатываем все элементы из кожи в данном автомобиле. Все данные работы мы будем проводить всего в течение 2 дней, поэтому будем выходить на связь, показывать, что и как получается. Ну, все это вы увидите. Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас предпоследний день, когда мы работаем над автомобилем Lexus 450D. 85, даже, наверное, 90% работ уже выполнено. И хотелось бы рассказать то, что мы здесь сделали. Мы наносили
защитную пленку Axis Body Fence. Да. Сверху мы наносили защиту OptiCode Pro Plus, то бишь самый топовый продукт от компании OptiPolymer Technology, который будет защищать автомобиль. Мы устанавливали, дооснащали штатную камеру. Сейчас камера и владелец не будет никогда беспокоиться о том, что его камера замарана, и нужно выйти, почистить. Достаточно нажать омыватель переднего стекла, и камера автоматически тоже вымоется. Также установили защитную решетку радиатора, которая будет защищать радиатор от механических воздействий, от повреждений, соответственно, от грязи, от камушков и так далее. Но самое главное — защитить непосредственно сам радиатор от загрязнений и, естественно, от больших механических повреждений. Далее, как вы видите, установили защитные трубы, или их еще называют обвесы, которые будут защищать автомобиль, защищать переднюю его часть от каких-либо механических серьезных повреждений. Защитили оптику автомобиля, защитили ее два раза. Защитили первое пленкой Axis Body Fence, второе защитили сверху пленки, то есть сверху пленки мы положили также защитное покрытие, которое не будет давать выгорать ни пленки, ни, соответственно, самим фарам. Были установлены новые 18-дюймовые диски. Далее установлена резина Nokian Hakkapeliitta 9, самая топовая на данный момент зимняя резина, самая лучшая зимняя резина, которая существует на рынке, в принципе, всего земного шара. Вообще, данный клиент очень требовательно относится к защите своего автомобиля именно эстетическому виду. Соответственно, он заказал у нас максимальную защиту, наверное, всего, что только возможно защитить в этом автомобиле. Салон еще находится в процессе доработок. Еще будут покрываться специальным защитным средством кожа автомобиля, все кожаные элементы. Также все вставки из полиуретана, новые вставки, которые защищают от загрязнения. Плюс ковровое покрытие, плюс резиновые коврики еще. Те дооснащения, с которых мы, в принципе, и начинали, кроются внутри автомобиля. Это и охранный комплекс, это и Android-система, это и до различного оснащения радар-детектором, двухканальным видеорегистратором. Хотел бы сейчас вам их показать. Мы поставили сюда навигационную систему, мы поставили двухканальный видеорегистратор, мы поставили радар-детектор, ну и, соответственно, охранный комплекс. То есть часть из охранного комплекса, о чем можно рассказать, я вам, естественно, скажу. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Запускаем автомобиль, а точнее активируем зажигание. Смотрим. При активации зажигания мы попадаем по факту в штатное меню автомобиля. То есть вы сейчас можете его видеть, наблюдать. Давайте начну свой рассказ с системы Android. Что же это такое? То есть мы делаем сейчас наш видеоинтерфейс Android блок 2 в одном. Мы дооснащаем автомобиль только одним девайсом, так называемым Android-блоком, но в котором по факту встроен еще видеоинтерфейс. Чтобы попасть в Android-меню, в альтернативное Android-меню или в Android-систему, необходимо нажать и удерживать порядка 3 секунд кнопку Map на штатном джойстике. Нажимаем. Меню, как вы видите, стилизовано под основную прорисовку Lexus. Что мы здесь видим? Мы здесь видим навигацию, которая была вынесена, мы видим интернет, мы видим YouTube, плеер всевозможные, онлайн-ТВ и так далее. То есть сейчас автомобиль имеет в себе полноценный современный планшетный компьютер. Могу вам продемонстрировать. Подключается он, кстати, к Wi-Fi, внешнему любому источнику. То есть это может быть раздача с телефона, это может быть 4G Wi-Fi роутер, все что угодно. Все что угодно, что раздает интернет. Посмотрим, к примеру, можем продемонстрировать вам YouTube. Давайте посмотрим какой-нибудь простой ролик, как пример. Сейчас у нас активирована штатная система автомобиля. Свет ватовых точек превращает небо в золото на рассвете и окрашивает мир в миллиард цветов. Очень качественное звучание превосходной аудиосистемы Mark Levinson, которая у нас сейчас как раз таки идет в Lexus. По нашему мнению, одна из самых важных вещей — это навигация. Навигация в России, уже как говорил, их по факту три навигационных системы. Это Яндекс, это непосредственно Navitel,
и в городе Москва и Санкт-Петербурге CityGuide. Ну, у нас, к сожалению, не Москва, а может, к счастью, не Москва и Санкт-Петербург, поэтому мы пользуемся, как и вся остальная Россия, Яндексом и Навителом. Соответственно, находясь в городе, легко активировать навигацию Яндекс с одним нажатием, и мы попадаем в данную систему. Яндекс сейчас позволяет управлять голосом практически полностью своей навигационной системы. Мы точно так же это реализовали. Слушай, Яндекс. Вильгельма Дегенина, 32. Поехали. Идет поиск. Ну и, соответственно, далее нам Яндекс предложит ехать. Маршрут построен. Поехали. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните налево. А также вы можете проигрывать или просматривать любые фильмы, текстовые документы, изображения и так далее с внешнего носителя. Внешний носитель вы подключаете к USB-порту. В данном автомобиле мы сделали 3 USB-порта, которые подключены к нашему Android-блоку. Один находится в подлокотнике между передними сиденьями, и 2 других находятся в бардачке, куда выведены концевики. По факту это есть самый настоящий планшетный компьютер. Мы можем в этом убедиться, зайти в меню основное, и вы видите штатные стандартные иконки любого Android гаджета. Есть здесь полноценный Play Market, в котором можно скачивать абсолютно любое приложение, которое поддерживает Android. Данный автомобиль, помимо Android, мы дооснащали еще нашим двухканальным видеорегистратором. Пожалуйста, попадаем в изображение с двух камер. С передней камеры и задней камеры. Настраиваем их по желанию владельца. И угол обзора у них достаточно большой. Установили данный автомобиль, дооснастили охранной системой от компании, от производителя Pandora. Pandora 9000. Про него скажу вкратце, что Pandora позволяет управлять и WebAST. Той WebAST, как раз таки, про которую уже я вам говорил, которая у нас, которой дооснащен данный автомобиль. Синхронизируется Pandora с WebAST и, соответственно, позволяет ей управлять. WebAST будет прогревать тосол, либо антифриз. Антифриз прогревая, далее запускается двигатель и греет уже салон. Собственно, очень удобно, комфортно, и всегда машина в движении будет. Остальной охранный комплекс, который мы сюда ставили, а он очень порядочный, очень приличный. Я, к сожалению, вам про него не буду рассказывать, но скажу лишь одно, что данный автомобиль защищен просто на все 100%. С вами был Максим, компания CyberCar Ural. До новых встреч, друзья!